Пойдем. Я 12 месяцев в записи. На улицу, на улицу. Тихо, что уже? Забегали. Слава тебе. Благослови братьев наших в пути. Сохрани их от всякого зла. И мысли направь к гордому, к Вышнему. Чтобы нам держаться закона твоего, не выросло человечество. Тебе, Господи, слава за все. Отец и Святой Дух. Асу, растопчите. Зачем ты в руки-то ее берешь? Растопчи ее. Это Саша. Сам большой, слепень летает. Один ловит, другой дает. Так, Тарас, маленько успокойся. У нас в пути сейчас Зонова. Синяя машина была. Николай, Анастасия и сын Жени. Уехали из Кемерово. Виталий. Ангелина, мальчика Даниил звать и Елисавета. Вот надо помнить о них. И наши уехали. И Надежда уехала, это благодатская. У нас сразу, да еще эта компания уйдет. Все, мы будем молиться уже в комнате. Так, и мы всех ждем обратно, кто приедет. Побудете, вам там надоест, опять приедет. Хотя, когда лагерь был, мы старались уже ни возвращенцев не принимать. Потому что они там несколько дней побудут у бабок, приедут и тут разлагают их. Сейчас это в частном порядке, так что имейте в виду. Мы вас ждем. Вам там надоест? Так. Какие предложения сейчас после обеда? Пообедайте. На лодках не катались еще. А? На лодках покататься мы не катались. На лодках покататься. Так, еще что? Искупаться. Покупаться. Покупаться. На лагерь не просить. На лагерь нам теперь. Надо, чтобы не разделяться. Видите, покупаться это уже на разделение пошло. На лодках покататься еще вместе. Я предлагаю пойти за клубникой. Вот сейчас в этой траве, которая была тогда, она уже сейчас спеет. И там более крупная, чем там было. Пойдешь, Маш? Купаться. Куда? Поешь. Я хочу. Купаться. Ну как? На лодке надо. Да не надо поехать. Не надо. Понимаете, давайте так договоримся. Вы искупались, нигде ничего нет. А ягоды? Купаться. Пошли, а как раз ягоды там и находятся, где купаться. Давайте. В той стороне. О, только обойти надо подальше. А можно купаться на лагере? А вот отец все, приедет вас, либо я не поеду. А он уже сейчас подъедет. Ну ладно, давайте. Будем ждать за обедом. Дело покажет, как приедут. Платочек. О, они подогили. О! Целых два! Так, завтра предложение такое. У бабы Нади здесь есть смородина, но там осы. Я был, смотрел, никаких ос пока не видел. В городе есть больные, которые просят смородины. Но за то, что мы будем брать, разрешается 20 смородинок съесть. Коля платочек доедает, отоберите его. Так пойдете здесь рядом собирать смородину или нет? Пойдем. Пойдем. Не знаю. Нет. Да. 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 Нет. Да. Да. Нет. Да. Нет. Да. 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 Осиное гнездо прямо там, где крыжовник, крыжовник рядом смородина. Прямо осиное гнездо там. Надо их как-то или убрать, или чтобы там осы очень много. Я не знаю. Я вчера ходил, не видел почему-то. Ну, а ты не пригляделся. Все, садимся за стол. Пошел. Пошел. Знаете, чуть-чуть. Я так и видела.
я видела, что ты его... Четыре сына, да, он мне вот так... Нет, ты его толкнул, и он тебя начал. Нет, я его толкнул. Она от давления смородина помогает хорошо. Я себе оставляла там чуть-чуть. Там чуть-чуть. Там тут не наесться. Как все пойдут там по одной ягодке. Смородина вот здесь вот, вот в куст. А, прости. Сироп. Уходи перед мной. Кленовый сироп. Ложку. Тихо, тихо, разговоры. Разговоры прекратились. Вы сперва первое съешьте, а то сейчас сладкого наедитесь. Спасибо.